сочная треска под луком. Берем стейки трески, подсаливаем, перчим. В пакет насыпаю муку. Отправляю рыбу в пакет. Стряхиваю. В разогретую сковородку в растительное масло. Отправляю обжаривать. Нарезаю полукольцами репчатый лук. Когда рыба поджарится с одной стороны, переворачиваю и засыпаю лук. Немного притушиваю. Затем добавляю немного домашней аджики. Она не острая и чуть-чуть сахарная.